Мы подходов достаточно много было, и передач, и прострелов, и, но не могли замкнуть никак. Вот. Ну и пропустили непонятный гол, обидный такой. Потому что в середине потеряли, и защитники не смогли справиться, ничего и забили гол. Больше моментов не было. Изначально делали ставку на быстрый гол? Ну, здесь ставки не делаем. Здесь нужно есть момент забить. Вот. У нас и Чинтурев в первом тайме много таких проходов было, которые мог выжать из них, но не смог. Кстати, что с Чинтурией? У него повреждение какое-то? Я не могу сказать ничего. Он попросил замену, пока ничего не могу сказать. Ну и у Хаба... Хорошо вышел Глушков. Он обострил, и так они хорошо включались. А кто из травмированных уже к следующему матчу восстановится Бекфал, в общей группе? Бекфалфи, наверное. Спасибо, Александр Федорович. Удачи. Да, не будем забывать, что на фоне очень больших...